Gata, începe. Вот несколько слов о познании как возможность получения некой объективной истины. Câteva cuvinte despre cunoaștere ca posibilitatea să primim obiectivul istină, получение обективной истины. Să primim adevărul obiectiv. Adică, da? Sper că s-a înțeles. Вот мы видим, что наука, она пытается добывать такие знания. Мы observăm că știința încearcă să obțină niște cunoașteri, informații. Но мы видим, что вот была одна преобладающая теория какая-то. Да, а observat că a fost la un moment dat o anumită teorie. Одна, например, мира. A dominat, un model a lumii. Например, там, Птолемеевская была когда-то, картина мира. Птолемея. Да, a fost Птолемей. Да. Era un... Функция лумия, а у Птолемея. Да, да. Потом появилась система мира, допустим, Коперника. Да? Потом была система лумия Коперника, да, о лумии. Умела разуха. Или там было ньютоновские представления о механике. Ньютон не презентат ничто явление с механикой. Потом появилась теория Эйнштейна. Потом теория Эйнштейна. Ну, тут как бы появляются теории, которые опровергают или накладывают ограничения на применение предыдущих теорий. Și apar теории, которые или сау эксклуд теория, которая фост наинте, сау кумба обтуряза. Да, только даже о лимитяза теория, которая фост наинте. Но наука в целом, она развивается как некое объяснение этого мира. Dar știința ea se dezvoltă ca o explicație a acestei lumi. Но проблема науки в том, что количество знаний, оно растет в геометрической прогрессии. Problema științei este din cauza că cantitatea de informații crește într-o progresie geometrică. И удержать в голове одного человека такой объем знаний невозможно. Și să în capul unui om să încapă atâta informație este imposibil. Поэтому появляется как бы разделение на отрасли знаний. Вот отчет от типа опар две, только сэмпарт и нечто сегменте май густе, что не знаю. Опять же, профинансировать все области невозможно. Я раньше со финансом по этой дирекции лезть им посидел. Поэтому идет выбор, что финансировать, что не финансировать. Отчет экзиста у Аледжи, что финансом на прямую рынок. И появляются области, где человек ничего не знает о чем. Și există direcții în care omul, de fapt, nu știe nimic. Nu la graniță, cu acestea областiale, este nu знаний. La frontiera acestor direcții, unde nu există informații, nu există cunoaștere, появляется опасность развития техногенных катастроф. Există posibilitatea să se dezvolte catastrofe техногене. Ну, типа, вот Чернобыльская, например, авария. De exemplu, cum a fost Чернобыл. Или каких-либо других. Савалты катастрофы. И есть такой писатель, вернее, был такой писатель польский Станислав Лем. Фостон скритор, полонез Станислав Лем. Лем. Вот его больше знают как писателя фантаста. Пел Майнул Толкуноска, он скритор фантаст. Но он был еще и философом. Дело фостон философ. И футурологом. Еще и футуролог. Он написал замечательную книгу, называется «Сумма технологий». Я расписал карты, которая самомит «Сумма технологий». Где как раз рассматривал пути развития науки. Он делал только мой аратат директивы о дезволтели и шпинце. И показал, что на самом деле вот тот путь, по которому развивается наука, это тупиковый путь. Și a arătat, de fapt, și a demonstrat că, de fapt, direcția prin care se dezvoltă în momentul de față știința este tupic. Se înfundă, da. Adică nu are... Se crește în tavan, să spun așa. Nu are... Rano или поздно этот путь приведет к гибели человечества. Mai devreme sau mai târziu, această direcție va aduce la руйнаря на toată цивилизация. Но он говорит, но есть ли выход из этой ситуации? Шел спуни варесте, решили бы на часто ситуации. Он говорит, ну давайте посмотрим на природу, на живую. Шел спуни ходит, за экземпу санитем ла натура вие. Вот живая природа, она
тоже получает какое-то превращение информации. Натура ту тимпу я примешьте у креште а информации. И появляются все новые новые виды живых существ. А пара диверсии типур нойде финцеви. Они появляются ну, как решение каких-то определенных задач природы. Еле апарка платя срезога, мите сарчин натура. Эти виды все более и более сложные. А часто финицы начинают быть динченче май комплексы. Значит, количество информации вот, в каждом новом виде более сложно, больше, чем то, что было раньше. На самом деле, кантитати ди информация во фейкаре нивел витати нов, да, тип нов, есть динченче май комплексы. То есть природа умеет тоже наращивать информацию. Самое, как натура тот штие сокряска отчасти информации, да, с опары чего нового, информации нового. Но вот в биологии есть известный факт, что В биологии есть факт, кумаскут, что чем более разнообразное сообщество живых существ, у кит есть у вариантате май, у диверситате май мари, где ветвь, да, тем более устойчивое это сообщество к разным внешним факторам. А тонче, если мы май стабило, а часто сочетатель, да, уни ла диферит фактор дин экстерьор. Получается, что чем сложнее система живая, тем она более устойчива. Какую-то систему, если май комплекс, систему вил, вот это если май стабил. Более надежная. Вот это если май сигу. А те, то есть все эти системы сложные, которые создает человек, они наоборот, чем сложнее, тем менее надежные. Да, через системы, которые умовные приязы, еле сент, ну сент сигуре. Поэтому Лем предложил, говорит, надо научиться у природы, вот эти, изучить механизмы превращения информации и их использовать. Și atunci Lena a propus ca aceste mecanisme să studiem mecanismele care se întâmplă în natură și să le folosim în viața noastră. Он их назвал технологии выращивания информации. Я для меня технологии для окрещения информации, для дезволтания информации, окрещения, культивания информации. Ну, когда я познакомился с этой книгой, я подумал, а есть ли уже в жизни такие, уже реализованы где-нибудь такие технологии, или их вообще еще не существует? Atunci, când el a făcut cunoștință cu această carte, el și-a pus întrebarea, aceste tehnologii despre care vorbește acest autor, ele sunt deja folosite de noi în viață? И оказалось, что такие технологии уже, кажется, существуют. Și s-a constatat că, de fapt, da, există astfel de tehnologii. Это так называемая эксперт-операторная технология. De exemplu, asta este tehnologia expert-operatorică. Технологии, которые организуют взаимодействие на уровне света. Еще раз. Технологии, которые организуют взаимодействие на уровне света. Технология, которая организует интеракцию на уровне света. Креаз интеракционе ланивел телумином.